В Великобритании к пожизненному заключению приговорили 4 мужчин, которые готовили крупный теракт. Преступники, называвшие себя мушкетерами, планировали устроить кровавую резню со взрывами. Все детали знает Алексей Пшемыский. Мушкетеры радикального ислама. Суд в Лондоне дал пожизненный срок 4 террористам из Бирмингема. Али Навид, Хусейн Хабаиб, Рахман Махира и Азиз Тахир были задержаны еще в апреле прошлого года. Граждане Великобритании, называвшие себя бандой мушкетеров, планировали устроить крупный теракт. Полиция опубликовала десятки видео слежки за злоумышленниками. Во время задержания у них изъяли самодельную бомбу, муляжи пистолетов, патроны, а также арсенал холодного оружия, включая нож с выцарапанной надписью «Кафир, неверный в исламе». Полицейские изъяли самурайский меч, который один из преступников приобрел в секс-шопе. По данным правоохранителей, виновные проходили подготовку в Пакистане и поддерживали связь с радикальным исламским проповедником Анджемом Чудари, ранее осужденным за поддержку ИГИЛ. Чтобы разоблачить террористов, агенты британской контрразведки Ми-5 создали вымышленную фирму по доставке товаров, куда злоумышленники устроились на работу. Когда было собрано достаточно доказательств, их взяли с поличным. По данным правоохранителей, так называемые мушкетеры вдохновились терактом в Ницце и резней на Лондонском мосту. Они планировали убийство британских солдат. Теперь вдохновение радикалы будут искать в тюрьме. Право на помилование они смогут получить лишь через 20 лет. По словам правоохранителей, эти 4 могут быть далеко не единственными сторонниками ИГИЛ, действующими в Великобритании. Ранее в иракском Мосуле нашли список 170 членов ячеек террористов в Европе. Из Лондона Алексей Пшемыский, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.